Все, теперь я влоги буду снимать на вот эту камеру. И данная камера это Canon 600D. EOS. Самое главное, что в этой есть камере, это откидно... Самое главное, что в этой камере есть, это откидной экранчик. Вот так, допустим, взяли и... Себя снимаете, и супер качество на нее будет выходить. Я в этом уверен на 100% с данной камерой. Canon 600D. Супер, а не камера. Первый запуск пошел. Конечно, хватает на очень мало области. Так, еще повторное, только в 30 кадрах. Экран чего-то такой затухший. Даже не знаю почему. А вот. А, вручную настраиваю. Все. Супер. Такое идет виня. Да, примерно контраст. Именно тот. Good. Смотрим. На камеру, на матрицу. И, кроме того, больше размытие заднего фона. То есть ставьте светосильный объектив, открывайте диафрагму, и у вас будет более светлое изображение и больше размытие заднего фона. А выдержка в данном случае 200. Ну, в принципе, вот этими тремя значениями, то есть выдержка, диафрагма и уровень ISO можно по-разному комбинировать. Да? И в каких случаях какая настройка лучше подходит, то вы, в принципе, поймете, как это... Примерно такие вот настройки, на самом деле их не так уж и много, мы уложились буквально 10 минут. Основная трудность вот с этой камерой Canon 600D заключается в том, что здесь не сенсорный экран, и, соответственно, ну, некоторые настройки не интуитивно понятны, то есть я буквально, в смысле слова, после того, как поработал с Canon 700D, с Panasonic G7, я не сразу разобрался, как работает Canon 600D, но буквально при вас показал основные базовые настройки. Первый чистый лист бумаги. Можете это понеслась фокусировка на моем фейсе. Автофокус, то есть сделайте на ручном фокусе, иначе он просто напросто сойдет с ума, фотоаппарат не сможет сфокусироваться. Дальше заходим в меню, заходим в третью вкладку, и вот здесь вот. Пацаны, я настроил фокус, она размывает просто. Топчик. Вот первый план, верно? Но я не знал, что надо покрутить. Майне... Ого! Майне эрсте видео ин Ютуб. Я... Гуд. Вот это качество! Просто топ. Видно все. Даже ISO 400 поставил, и то детализация еще лучше стала. Блин, вот это топ. Просто.
просто топ. Все наводит быстро, четко. А ISO можно и 800 все-таки поставить. Да, вот чуть-чуть. И топ. Топ. Четко просто. И цвета какие классные, яркие. Да, поставил ISO больше, и меня гораздо лучше видно. Фокус на мне наведен, и в принципе даже перенастроено. Но снимает очень топово данная зеркалочка Canon 600D. Я просто lächeln und freu. Даже штатив еле держит такую камеру. Все. Дышок, джисти. Там. Джоби пот. Я кут. Джоби. Густ.